Все готово. А теперь можно я пойду к ней? Это решает только Великий Инквизитор. Ну, заговорит. Мои слова – ничто. Важны только слова Великого Инквизитора. Но не сомневайся, ты действительно очень дорог ему. Он сделал мне больно. Надо найти маму. Голова! Хватит! Я уже четвертую ночь торчу с этим эписангуи. Когда это люди кончится, а? Скоро. Приближается час конъюрации. Твои страдания ничто по сравнению с муками Виталия. Какая огромная комната. Интересно, где мама? Царь всех веществ, бесценное золото, измельчая тебя, я открываю тебе путь крови избранного. Эдикас, как проходит афинаж? Превосходное качество. Но сырья и писангуи все меньше. Наших сообщников истребляют крысы. Старайтесь лучше. От качества дистиллята зависит жизнь Великого Инквизитора. Тело Великого Инквизитора сокрушено укусом. Боюсь, дальше может пострадать его разум. Не волнуйся, кровь мальчика восстановит равновесие сил. Да будет душа. Осторожно! Отлюбен. Эй, там! Дистиллят густеет! Скоро придется менять фильтры и скоблить емкости. Двадцать бочонков! Мы почти что у цели. Очень надеюсь. Больше мы уже ничего не сделаем. То, что тело монсеньора Виталия способно принять столько писангуис, уже чудо. Монсеньора хранит его вера! Эй, не страшно. Город во время конъюрации. Ты в списке? Ага, стою в карауле на площади перед собором. А, ты будешь подле Великого Инквизитора в час, когда он нас освободит? А я буду торчать здесь? Так мы ж после все равно встретимся. Конец укусу же. Вот это будет праздник. Давай, смеей. Пьем, как Мии. Этот ебаный бард описан. Я от него ослепну, честное слово. Черт!
Довольно! Проводите меня к Виталию немедленно. Великий инквизитор очень занят. Занят? Я архиепископ. Я действую от имени папы. Монсеньор, миссия великого инквизитора священна. Его миссию церковь никогда не одобряла. И здесь я вижу только ересь и оккультизм. А вы... Вам всем гореть вместе с ним в аду. Вам следует умерить свой гнев. Глава! Заткнись! Мама, где ты? О нет, только бы не заметил. Магистр, в тексте явным образом упоминается вознесение ребенка во время великой чумы Юстиниана. Я знал. Римская аристократия изолировала его от народа и тайно поклонялась ему. Вероятно, он был предком Хьюга де Руна. Продолжай. Они говорят обо мне? Освободив страну от укуса, великий инквизитор обретет народную любовь, а вместе с ней невиданную политическую мощь. Присутствие архиепископа Готье о многом говорит. Прима Макюла у первого порога поглощает потерянного носителя. Или следует за тем, кто в силах ее приручить. Раб или господин? Хаос или порядок? Но как узнать наверняка? Беатрис Дерон зашифровала свои записи. Я сдаюсь. Очень хорошие новости. Они наконец-то перевели ее в подвал. Значит, скоро она все расскажет. Как раз вовремя. Мама. Вот увидишь, Амисия. Я найду маму. Мне сказали, что она в подвале. Нужно спускаться вниз. Какая большая комната. Тут старик. Кто это? Великий инквизитор, архиепископ прибыл. Блестяще. Пригласи. Виталий! Монсеньор Готье, надеюсь, вы добрались без приключений? Избавь меня от своих любезностей. Нам надоели твои маленькие игры, Виталий. Игры, ваше величество? Может ли игра изменить будущее всего мира? Да ты себя послушай. Да ты совершенно спятил. И это все... Позвольте. Это важно. Мы добыли кровь Хьюга де Руна. Вы ее испытали? Да. Увы, монсеньор. Мальчик уже должен был преодолеть первый порог, но, к сожалению, что-то в его крови замедлило процесс. Макюла остается в исходном состоянии. Несущественно. Если книга не ошибается, то моя и его кровь будут связаны. И когда он преодолеет порог, тоже сделаю и я. Продолжайте. Ах.
Довольно. Ты строишь из себя мученика, но я скажу тебе правду. Ты злобный еретик, обезумевший от власти. Папа считает, что ты опасен, Виталий из Беневенто. Тебя следует отлучить от церкви. Отлучить от церкви можно человека, ваше высочество, но не святого. Твоя инквизиция распущена. Наступает новая эра, в которой марионетки вроде вас склонятся передо мной и будут молить о спасении. Он здесь. Хорошо. Отправляйтесь и проверьте, пришла ли в себя Беатрис де Рун. Он страстный, но надо идти за ним. Зачем она продолжает упрямиться? У нас же одна цель. Мы все сражаемся с чумой. У нас просто другие способы. И дочь ее совершает ту же ошибку. Ха, дура. Мирно! Но брат, он совершенно особенный. Он бы меня понял. Особенный? Я особенный? Вольно! Ad ignem. Ad lucem, сэр. Ну что, вы встречались с великим инквизитором? Да. Кровь носителя течет в его венах. Конъюрация свершится. Замечательно. Конец чумы близок. Все так. Но не теряйте бдительности. Поздравляю с поимкой ребенка. Мы несколько недель его искали. А потом он просто объявился здесь. Мол, хочет увидеть мать. Ха. Ну, у него, блин, и юмор. Недолго ему шутить осталось. Меж тем мне самому пора увидеться с его матерью. Что он хочет с ней делать? Ягоды трогать нельзя, они опасны. Надо найти другой путь. Капитан, мне сказали, что носитель Макюла тут. Это так? Ребенок объявился утром. Судя по всему, у них... Как я упоминал, этого стражника сожрали. Но не целиком. Его кости измельчили и растащили крысы. С какой целью?
чтобы их добавить в состав вещества, которые мы находим повсеместно. Из которого состоят их гнезда? Они строят гнезда из наших покойников? Именно так. И если мы ничего не предпримем, то, учитывая скорость появления новых трупов, их гнезда... Лысые крысы. Скажи-ка, эти новые крысы? Почему я не слушаю этих крыс? Тебе нечего бояться. Тщательный отбор и немного алхимии обуздали их инстинкты. Где он? Кроме того, я без него не найду маму. Диета. Эй, парень. Вот и ладно. Помоги мне. Нет. Помоги. Да что же там опять? Эй, подыхай тише. Мы тут работаем. Лучше бы он не спешил. Крысы предпочитают свежее мясо. Будьте вы прокляты. Всем вам гореть в аду. Вам и вашим ёбаным крысам. Насладись вечным покоем. Смерть твоя не конец. Ибо кровью твоей вскормлен будет новый род ангелов, что станут чадами твоими, твоей отрадой. Это он! Он идет к маме! Увидев нож у горла сына, она станет нам помогать. Капитан Николай прошел. Походу, сейчас этой дырон не поздоровится. Хм, и по делам. Такая образованная баба, зря она к нам не примкнула. Ай, она слишком упряма. Только наш пытальщик поумнее будет. Она точно где-то здесь. Прошу, дайте мне, хочу умереть на воле. На воле тебе не понравится, поверь мне. А здесь твой труп хотя бы послужит нашим алхимикам. Считай, тебе повезло. А, ублюдок. Эй, малой, какого черта ты здесь забыл? Шш, я ищу маму. Алхимичку? О, боже, ты не должен. Извини, но у меня пора. Пока. Магистра Деру. Говори о маме. Вы будете отвечать на мои вопросы. Или вы по-прежнему расстроены историей, произошедшей с вашим супругом? Ладно, тогда наш палач позаботится о вас. И вскоре вы обретете голос, уверяю вас. О нет, он идет, надо спрятаться. Мама? Мам! Хьюго! Но... неужели они... Амиссия сказала, что ты умерла. Амиссия? Мой милый... ты должен уйти, если они тебя найдут... Нет, я останусь с тобой. О, Хьюго... они брали у тебя кровь? О, боже мой. Хорошо, Хьюго. Мы спешим. Но тебе придется найти ключи. Скорее всего, они в комнате, в конце коридора. У тебя получится.
Тогда иди. Ступай. Будь осторожен. Возвращайся, когда будешь ключи. Когда я вернусь, пусть все будет готово, чтобы мы могли начать. Ты понял? Да, капитан. Ну что, понял? Все сделаем в лучшем виде. Алхимичка заговорит, а я от этого получу массу. Просто выполняй работу. Капитан гвардии не оценит импровизации, да и я тоже. Да, конечно. Скажи, когда будешь готов. Нужно заставить их уйти. Ладно. Может, даже повышение заработаю. Только нужен результат. Палач без результатов никому не нужен. Эх, была бы тут Алиса. Ладно, без нее обойдусь. Гладкая, да гладкая. Ладно, ножи уже наточены. Молотки, щипцы, клеймо, пила. Все на месте. Ничего не забыл? Раз там будет капитан, лучше проверить. О, крысы! Они все боятся крыс. Надо их выпустить. Да. Так, теперь нужно убрать крыс с пути. Фонари, они их не любят. О, сработало, крыс. А, нет, не смотри. Да, вот видишь, Алиса, мама. Моя голова, хватит кричать. Сам. Мама, я справилась. Умница. Беги быстрее. Все хорошо. Теперь тебя не обидят. Мой герой, как ты себя чувствуешь? Как голова? Оно говорит со мной постоянно. И что оно говорит? Оно говорит, оно хочет соединиться. Это первый порог. Мама, я боюсь. Мы никогда отсюда не выберемся. У нас нет шансов. Если я буду с тобой, ты сможешь ответить голосу? Юго, ты слышишь их? Да. У них один голос. От него болит голова. Не игнорируй. Прими его. Не бойся. Да.
Все хорошо. А теперь молодец. Видишь? Бои. Это была Макюла, и ты ответил на ее зов. Идем. Опять крики. Видимо, снова спустили крыс на пленных. Ладно, надо найти документы и валить отсюда. Стражник. Мы заставим его уйти. Используй крыс. Они его съедят? Нет, их тут слишком мало. Кто? Давай. Крысы! Нет! Нет! Беги, толстяк! Чё, страшно? Хьюго, это не игра. Твоя сила опасна. Ты должен себя контролировать. Да, мама. Так это и есть моя болезнь. Ты не болен, Хьюго. Это... это дар. Объясню позже. Ты нашёл его. Дар. Или я схожу с ума. Какого черта тут делают крысы? Че, блин, произошло? Я их оттолкнул. Да, чтоб мы могли пройти. Не перестарайся. Попробую. Дороги в хреновом состоянии. Как нам это добро везти? Не хватало только клетки еще растерять. Осторожней. А, крысы! Черные крысы! Ах, блядь, помогите! Молодец. Эти крысы... Что они с ними сделали? Они их заставили пить человеческую кровь. Серьезно? Да, это странно. Черных крыс я чувствую, а этих нет. Понятно. Нужно как-то выбраться отсюда. У тебя ничего не болит? Мне так странно. Ты постепенно устаешь. Это нормально. Если станет хуже, скажи. Да? Так умею. Это решает кровь. Сложно объяснить. Но Амиси не умеет. Верно. Я объясню позже. Мы поссорились, мамочка. Все будет хорошо, милый. Давай выбираться отсюда. Беатрис,
Ты наконец воссоединилась со своим сыном. Я знаю, что вы с ним сделали. Вы получили то, что хотели. Отпустите его! Вы оскорбляете меня, мадам Дерун. Ваш сын — единственный носитель Макюла. И она с ним еще не закончила. А значит, не закончил я. Впрочем, вы сами все знаете. Виталий, позвольте нам покончить с этим. Николай, ты не понимаешь. Ты чувствуешь то же, что и я, малыш. Теперь мы повязаны кровью. Что ты об этом думаешь, Хьюго? Твоя семья становится больше, а? Умоляю вас. Я обещаю, что помогу вам. Но позвольте моему сыну уйти. Он создан не для семейства Дерун. Его судьба — быть здесь, со мной. Ты монстр! Я монстр? Мадам, вы еще ничего не видели. Я все делаю чисто. Прощайся шанс с мамочкой, сынок. Не троньте ее. О нет, я его убил. Прости меня, Хьюго. В атаку, убей. Мама, что мне делать? Я удостоюсь чести. Виталий, прекрати, носить. Он всего лишь дитя. Это моя. Мне страшно, мам, я хочу домой. У тебя больше нет дома. Ты наш. Стража. Начало конюрации положите вы. Будущее зависит от вас. Зачем это делать? Лучи! Зачем? Отстань от меня! Отпусти! Хьюго, послушай меня! Полезный болван! Награда тому, кто убил! Я знаю, Хьюго, будь сильней! Рима Накула! Пошла реакция! Продолжайте! Прекратите его мучить! Я расскажу вам все, что хотите! Слишком поздно! Давай! Мальчишка, побей! Погнати их! Ворок ожидает тебя! Иди на ту сторону! Нет, Юго, не слушай его! Приди ко мне! Сын! Хватит! Скажи что-нибудь! Хьюго, ты слышишь меня? О, нет! Он силен, но он еще не достиг порога. Знаете почему? Амисия. Это Амисия? Все это утомительно, но он уже близок. Но у нас еще остались пешки, которыми мы сыграем. Уведите ее! Отпустите его! Чего вам еще надо? Мне нужно больше. Гораздо больше. И вы останетесь со мной. Чтобы получили искомое. Не волнуйся, Хьюго. Я совершенно уверен в тебе. Мы преуспеем.